Нашу выставку мы назвали «Городские зарисовки» и уверены, что именно такое большое чувство, как любовь к своей малой родине, живет в сердце каждого сосновоборца. Об этом сегодня расскажут художественные полотна наших с вами земляков. Вот эта вот первая картина называется «Рассвет в Сосновоборске». Так вот это город Сосновоборск, как я его вижу. Вот, когда вы уходите в это зеленое поле, прекрасное, во что у нас город превращается? В маленькую вот такую вот прекрасную синюю полосочку. Я люблю Сосновоборск осенний и зимний, поэтому как бы я думаю, из работы еще изобразила тоже зиму. Город в серебре, вот если это вот этот наш снег, это вот эта красота невидающая. А и вообще хочу сказать, что я 41 год здесь живу, и насколько наш город из поселка, да, он как бы молодежным, но молодежным и остается, потому что наши пенсионеры, они молодые, они как приехали вот сюда, вот такие молодые, с таким задором, он у них так не усекает постоянный, и они еще больше, по-моему, так ощущение, что город с каждым годом у нас молодеет, вот, несмотря на то, что он уже полувековой юбилей в этом году отмечает. Зачем мы нужны? Мне надо,